Сказка 2. Глючка. Однажды шаман по имени Аргал пошел навестить своего родственника в соседний улус. Когда он проходил мимо двух юрт, в одной из которых жил бедный, а в другой богатый, услышал странный шепот. Прислушавшись, понял, что это разговаривают два уголька из этих юрт. «Тебе-то вон как повезло, твои бедняки относятся к тебе с уважением и почитанием, лучшие куски тебе подносят». «Мой-то богач только мусором, да объедками меня забрасывает, а вчера даже глаз проткнул кочергой». «Я терпел, терпел, но в эту ночь накажу его, спалю его всесть дотла». Услышав это, уголек из юрты бедняка сказал: «Ой, ты вправе наказать своего хозяина, но у меня к тебе большая просьба. Отбрось, пожалуйста, в сторонку скалку моего хозяина, которую твой взял и уже 2 года не возвращает». Удивился шаман такому разговору и пошел скорее в юрту бедняка, чтобы предупредить его о том, что случится этой ночью с его соседом. За угощением шаман и поведал бедняку историю об угольках, но тот ему не поверил. Ночью у соседа случился пожар. Чудом спасся богач, а все его богатство сгорело. Бедняк, еще все не веря словам шамана, пошел на пепели убедиться, что его скалка не сгорела. На самом деле, в стороне от пожарища, нашел он свою скалку и убедился, что шаман говорил правду. Конец сказки.